Даня, а ты хлеб-то взял? Конечно! Дорогой ты мой человек! Киборг-убийца. Итак, представляю вашему вниманию набор для Доппельбока. 4 килограмма пилснера, венский 2 килограмма и карамельный цветностью 45-50, где-то вот так. Жатецкий 30-20-10 грамм и дрожжи S189. Ну, водичка у нас греется. Солод – это только первая партия. Вторая точно такая же пойдет на второе затирание. Так, температура 50. Ну, начинаем засыпать, чтобы вся пауза у нас прошла. Тут, кстати, есть нюанс. Все так же затирание, как и обычное, но есть нюанс. Воду промывочную мы не греем. Вот плиточка выключена, вода холодная, потому что 75 градусов нам надо будет промывочной водой опять опустить до паузы нормального осахаривания, где-то 63-65. Вот такой вот нюанс. Пять девять многовато. Добавляем 2 грамма молочной кислоты. 5,55. Идеальненько. Все. Больше не надо, меньше не надо. Все просто очень отлично. Кстати, что я тут заметил, что плохо промывается все равно. Надо периодически вскрывать и промешивать. Поэтому отключаем насос. Закрыть, чтоб не попадало. И немножечко перемешать, чтобы не слеживалось сильно. Зато много крахмала у нас не вымывается. Цвет шикарный. Последняя пауза прошла. Осахаривание не будем проверять, потому что для нас это сейчас пока не важно. Промываем холодной водой 10 литров. Получилось чуть меньше 30 литров, 28 литров, поэтому мы отбираем опять до 25 литров ведерко. Сюда добавим еще до 10 литров, 6 литров, и уже горяченькой водой промоем. А сюда мы засовываем опять наш бункер. Ну и на второе затирание добавляем вторую нашу засыпь. И включаем просто циркуляцию, без нагрева. Потому что у нас здесь 70 градусов. Вот температура у нас была 70, сейчас еще падает, циркулирует, солод охладит. И на этой паузе выдержим час. Итак, первое сусло у нас получилось 13, разбавленное. pH второго затора 5,6. Нормально, даже не будем корректировать.
пускай дофильтровывается. Ну а мы потом посмотрим, какая у нас плотность появилась с двух затираний. Ну теперь, друзья мои, кому интересно, можно разобрать схему затирания. Вот такая она, красивая. Доппельбоки, ну все в принципе знают, что такое доппельбоки. Можно почитать, что такое доппельбок. Короче, крепкий лагерь такой. Поэтому сразу перейдем к делу. Солод у нас будет, они в принципе бывают как светлые, так и темные, но не жженые. Поэтому мы сделаем такой карамельный. Вообще делают декокционное, вот традиционно, то есть с отварками, все это дело. Но так как у нас такая специфическая пивоварня, которая не позволяет делать отварки, ну что, сделаем без отварок. Итак, солод у нас пилснер 4 килограмма, венский 2 килограмма, карамельный 1 килограмм, цветность 50. Вот, и это два раза, двойное затирание. Хмель только жакетский, только old school. Сделаем IBU 23 совсем так нормальненько, чтобы он не доминировал. Значит, 30 грамм за 90 минут, 20 грамм за 60 минут, 10 грамм за 15 минут. Абсолютно без всяких шманцев-манцев. pH 5,4-5,5. Ну, у нас было до 5,6. Тоже, в принципе, ничего страшного. Дрожжи, хорошие лагерные дрожжи S189. Очень мне нравятся. Замечательные дрожжи. Будем на них бродить. Схема затирания 52 10 минут, 65 40 минут, 75 5 минут. Это схема первого затирания. Ну, как мы помним, мы охладили холодной водой промывкой до 65, у нас охладилось, и поэтому второе затирание у нас пошло сразу 65 и 75 без паузы 52. Все, воды основной 25, промывка 10. Потом мы отобрали 3-4 литра и еще добавили литров 6-7 свежей воды на вторую промывку. Кипятком уже промывали. Все, кипячение у нас 100 минут. Хмель мы знаем, как задавать. Брожение. Брожение у нас вот такое, интересная схема брожения. То есть мы засыпем на 20 градусах сухие дрожжи. И здесь у нас уголок в коридоре 12 градусов, 12-13 градусов температура. Поэтому поставим здесь прямо на пол, и оно опустится до 12, и 25-30 суток, то есть месяц. Месяц у нас будет оно бродить. Без вариантов, потому что лагерь — это долгая штука, но как бы... Без холодной температуры не получится лагеря. Ну, такие обычные вещи говорю. Короче, потом можно уже разлить на карбонизацию, закарбонизировать при этой же температуре. При этой же 12-13 градусов мы оставим бутылки. Они здесь закарбонизируются. После того, как они надуются уже, мы отнесем их в холодильник. И будет уже выдержка холодная. Полная там лагеризация такая, что еще месяц, грубо говоря. Вот у нас по максимуму 30, ну и, грубо говоря, неделька где-то на карбонизацию. Вот 2-2,5 месяца у нас будет наш доппельбок готовиться, это по минимуму. А по максимуму хотя бы, конечно, месяца 3-4. Тогда у него кондиция вообще идеальная будет. Так что вот такая вот интересная схема. Дарю пакетик. Первый закидываем 30 грамм жатецкого на 90 минут. За 90 минут до конца. Все, готово.
проварилась. Ну что, базука забилась, как всегда, перелили через край. Сейчас засыпаем дрожжи. Получилось, ну, 23 литра, грубо говоря, 23 литра. Сейчас засыпем, померяем, какая плотность. Ну, 23,5. Вполне себе такой доппельбок. Так что все нормально. Теперь главное сбродить правильно, и все будет в шоколаде. Ну что, без долгих разговоров налили, да. и пробуем. Да. А в процессе уже расскажу. Да. Я, ты. Ну, ты нюхай. А я понес. Ты спец у нас по крепышам. Да. Он же этот, как это, доппельбок, он же греющий сердца. Он же козел. Жидкий хлеб. Ну да. Давай. Что, запах? О! Карамель. Ух ты. Мощная, густая карамель такая. Ну, сухофруктики. Ну, как ты это любишь говорить, такое слово мне нравится. Поджаристые тосты, наверное, есть тоже. Ну, изюмка есть еще такая. Изюмные бисквиты. Запах не надо нюхать, просто пить. Да как не надо? Надо пить. Не, ну запах потом дойдет. Дойдет запах. Итак, в процессе, процессе рассказываю. Ох, да, рассказывай. Да. Нет. Планировалось, что у нас будет месяц брожения, месяц выдержки. И как бы быстро попробуем. Но в процессе. То есть оно отбродило от 23% до 7%, оно сбродило, и получился такой разбаланс, оно сладкое такое, запах спиртовой. Текущее. Да, ну не то вообще, не то кино, абсолютно. Ну естественно, месяц, думаю, подержу, подержал месяц, чуть-чуть лучше, но все равно не то кино. Нам же нужно идеальное пиво. Да. Оно. Оно. Поэтому держали 3 месяца. 4 месяца оно всего сделано. То есть месяц оно бродило. И 3 месяца выдерживалось, выстаивалось для боков, доппельбоков. Я думаю, это начало, только начало, когда можно начинать пробовать. А так полгода, год вообще идеально будет. Ну, думаю, уже для дегустации пойдет. Пойдет. Отлично получилось. Вообще вкусненько. Крепенько, вкусно. Да. Хорошо. Весенний напиток. Вообще классно получилось. То есть букет, изюм, сухофрукты. Мы прям с тобой в Октоберфест даже попали. Прям. Да. Карамель, пожаристый хлеб. Тут просто богатство, богатство. И вот у тебя участь такая. Да. И чувствуется, хорошо, что оно крепкое, оно плотное. Оно крепкое, да. Тепло такое по горлу. Ну да, хорошее. И вот нету... закуски. Как бы... Слишком вы что?
Оно вначале просто сладкое было, просто дико сладкое, оно такое неприятное. Сейчас это как бы сладость есть, но она на послевкусии. То есть сначала пьешь, оно очень приятно. Ну, в конце так крепенько. Уходит плавненько, так плавненько. Да. И сладинка такая появляется все равно. Ну, для крепышей это нормально. Не избежать. Да. Ну, считаю, что нормально получился. Да, монахи бы, я думаю, оценили. Да, крепкий, мощный лагерь. Ну да. Лагерь хорош. Ну, можно просто понюхать, наслаждаться. Лучше пить. Ну да. Так что так, рецепт к употреблению. Кто не боится долгой выдержки, кто не боится ждать, чтобы получить хороший, классный продукт. Ну, это сильный продукт, такой надо подождать, конечно. Да. Это интересно. Тяжелый в производстве, двойное затирание. Но приятен наслаждение потом. Долгая выдержка, конечно. Просто ходишь вокруг него, как это. Когда все равно, не то, блин. Потом все-таки пробуешь. Фишечка, да, зашла. Уже. Так что, welcome, делаем, наслаждаемся. Класс. Виктор, спасибо. Я люблю. Тебе это все равно не нужно, мне надо. Ты рассказывай. Да. Рассказывай. Как всегда, друзья, набрали бутылочку. Все в нашем магазине. Можете сами пробовать, оценивать, отписываться. Под видео отписывать. Не надо отписываться. Наоборот, подписываемся. Вот. Делаем комментарии свои, как вам понравилось, кто попробовал. Естественно, покупаем отличное пиво от 3 литров. Получаем отличное пиво. Шикарное пиво в подарок. Вот. Пробуем, наслаждаемся. Радуемся жизни. Красавчик. Спасибо. Пока.